По многочисленным просьбам, дорогие друзья, сегодня едем к Артуру Акабу. Тема с его татуировками, как и все околополитические разговоры, будет для многих, наверное, остры, может быть, неприемлемы какие-то. Но наша цель – доехать до персонажа, которого наши подписчики регулярно просят. А мы им в этом отказывать не собираемся. Нам интересно выяснить действительно, что Артур за человек. Ебать, смотри, что там делает этот тульский мужчина, а? Лёх, ты что делаешь? А? Плю. Нет, ты что, выпиваешь, что ли? Это вот разовая доза прям. Понятно все. Чего, 375 грамм, как раз, на вечерок. Чтобы вот чувствовать себя отдохнувшим. Сегодня солнышко хоть и светило, хотя уже куда-то спряталось. И мы сразу в собачку, прыг-прыг-прыг, едем в Подмосковье, как и планировалось, до Лобни. Но сегодня будет очень интересный контент. Все звезды сошлись, и с Ванькой надо встретиться. Там, оказывается, Андрюха шофер занимается вместе с Ваньком в зале в одном. А, это пидорасы Баффет, смотри, к чему. А, гнида ебаная. И самое главное, что у нас сегодня Джокер из рукава вылетает, давно ожидаемый на нашем канале. Андрюха, когда списывались, он предлагал, говорит, пускай Серега зарубится, перчатки возьмет, да. Я думаю, это актуально вообще? Ну, во-первых, у меня есть железная отмазка, как и всегда. Я колол колено, оно мне еще не зажившее. Ну... Во-вторых, а зачем? Ну, какой смысл? Вот смысла нет, потому что я последний раз нормально тренировался. Но я считаю то, что даже когда мы в Русич ходили, мы даже не спринговали там. Я, блядь, 4 года вообще не спринговал. Только там на Бауманской, на улице с Гомером 2 против 4 спринговал. Остальное даже не вспомнил. Ну так там, какие-то локальные стычки. Да я уж драться, блядь, разучился. Я пойду куда-нибудь заниматься, и можно будет зарубиться с кем-то. А что смысл? Я сейчас, блядь, в тренажерку-то даже не хожу. Вот нашли тут, блядь, бойца на кулаках. Нет. А ты бы, Денчик, зарубился бы? Я бы зарубился, капа нету. Мог бы зарубиться, но все равно я бы месяцок походил на отдыхалку, восстанавливал. Ты как нехуй, выйти-то можно, но зачем обосраться-то на такую аудиторию? Да. Я знаю, что будут эти провокации насчет «давай, блядь, поспарингуй с ним». Я сколько лет этим не занимался. Да похуй, Сережа, давай. Но я же только колено себе забил, но все же сдеру, бороться, не бороться. Да похуй на колено, давай, борись. Зато какой бонус во влоге будет, интересно. Бонус, по-моему, это другое дело. Совершенно верно. Бонус ты получишь только при регистрации по промокоду Шилыкс до 25 тысяч рублей. В комментариях при крепленных. Ну тогда вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Самые высокие коэффициенты. Футболку разыгрываем, как всегда. Что нужно сделать для того, чтобы получить нашу игровую футболку? Быть подписанным на канал, оставить комментарий и поставить класс под данным видео. А вот и победитель предыдущего влога. Респектуем, любим, пиши, обращайся. Доставим в любую точку мира. Словно добрая сестричка, ты со мною электричка, ты спешишь ко мне домой, ой-ой-ой, в долгопрудный город мой. Виктор Райден тут живет. У меня кореш Серега Казак работал на кладбище, мы как-то тусовались перед Пасхой, как раз таки, и сейчас скоро Пасха. Виктор с охуевозом 90-х такой залетает на кладбище. Ну, это что поняли, из группы Дюна. Да, из группы Дюна, я вам спел, я надеюсь, вы все поняли, кто такой. Виктор Рыбин, солист группы Дюна. И, в общем, он заезжает так на кладбище с Сенчуковой на тачке. Ну, вроде бы, открой. 200 рублей, вроде, проезд.
Ты вообще знаешь, кто я? Серега, да мне вообще похуй, кто ты. И все, как осадился и по-долгопрудненски подчинился пацанам. Такие дела, пацаны. Строили звезд еще до создания Ютуба. Назад мне было 42, сейчас мне 43. Логично. Как видите, я до сих пор продолжаю заниматься спортом, уже не силовым, а единоборством. Случайно совпало, у нас здесь еще занимается Ваня Особов. Хотели с ним проспарринговаться. Вот еще одного человека здесь недалеко живет, совсем недалеко. Ну, наверное, все знают. А мы едем сейчас через Долгопрудное, а там во всю стену АКАП написано. Везде одни знаки, так что приветствуем. С Андреем мы знакомы очень давно. Изначально это одноклассник моей матушки. Когда я был молодой и гонял на футбол, мне мамка показывала фотографии, что у нее есть одноклассник-фанат, который ездит на разные выезда в Англию, там не в Англию. Я думал, нихуя себе, типа, вот это крутой чел, блядь, пиздец. Потом со временем, когда сам втянулся в движуху фанатскую, мне в Инстаграме пришло сообщение, короче, туда-сюда, чё, кого, как сам. Хочешь, подтягивайся, я ему говорю, меня уже подтянули туда-сюда. И он, что-то мы с ним начинаем общаться, я ему такие вопросы, ну, на нет все общение списываю, короче, ну, какой дядька непонятный пишет, говорит. Ну, одноклассник мамки. Ну, а я уже не помню его, я его видел последний раз в детстве, мне его показывали. И он пишет, типа, что ты, наверное, по фотографиям понятно, что я не мусор, короче, я мамки сразу пробиваю. А он не мусор? И он говорит, ну да, да, есть такое. И мы начинаем общаться. И пересекались на футболе там, где-то виделись, личного общения мало было. И потом, спустя время, короче, когда я хайпанул нормально, когда уже, ну, там, провел несколько боев в организации Hardcore Fighting, это кулачные бои, кто не знает. И Андрей нашел меня в Инстаграме и написал мне сообщение, а я, короче, на дофаминовых недостатках, на выходах сижу, мне делать нехуй, короче, блядь. И сижу, лазю, сообщение в Инстаграме ищу и натыкаюсь на Андрея, такой хуяк. А он увидел мой выпуск с Коваленко, где я с матушкой поругался. Мы сразу обменялись телефонами, созвонились, и он мне прочитал философскую речь, короче. Такую долгую и нудную. Ну, в принципе, все правильно сказал, как есть. И в этот же день, прям с утра сразу я поехал к матушке, ну, какие-то первые шаги начал делать, ну, чтобы, ну, появился как-то... повод заявиться. Появился повод заявиться, короче. И потом уже с Андреем лично встретились. Бокал кваса дружбы распили напополам, короче. Нет, познакомились, ну, уже лично. Короче, был такой сайт «Одноклассники». Где? Когда-то давно-давно я был на него зарегистрирован, на этом зашкваре, блядь. Мне как-то мамка его пишет, Галь, мне, говорит, сын молодой, говорит, возьмите его к себе, говорит, чтобы это, при, ну, под свою опеку, под присмотр. А он, ну, сколько тебе лет был? Как первый раз когда-то писал? Лет 14, наверное, да? Одноклассники, когда ты был? Я никогда там не был. Не был? Это плюс 40, типа. Бля, сначала идет вайбер, это уже первый звоночек. Вот когда одноклассники, это пиздец. Я что-то так подумал, блин, думаю, молодежь, куда ее девать? И как-то так это, ну, тема сошла. А то на стадионе уже встретились, увиделись. Получается, Спартак вас маленько объединил, ну, да, мамка, да? Мясная тема, движок в террасе и мамка. Мамка у Артура хорошая, человек такой с характером своим, я всегда была. Молодость прожигали вместе когда-то. Андрей единственный, вот, ну, один из единственных нормальных людей, короче, старших товарищей с моего района, кого я знаю, потому что у меня район Кирпичково, Тыква. Одним словом, это просто, блядь, наркоманы, алкаши, блядь, наркоманы, алкаши, и вот так вот, ну, можно до бесконечности. Всем, кто с Кирпичкой остался живой, всем привет. Именно живой. А, вопросы, кстати, спасибо всем подписчикам, которые дают обратную связь. Мы все время едем на полураспиздяйске, без всякого сценария, снимаем вживую все, и поэтому поспрашивали у вас, что интересует от Артура. Сразу же первый достаточно, наверное, популярный вопрос.
Почему именно это погоняло? А капать, когда я пришел на хардкор, мне задали вопрос, расскажи о себе, я за себя немножко рассказал. Короче, попросил единственное у организаторов, чтобы это на мое прозвище бойцовское не было связано с Сикхай и АУЕ, короче. И они мне дали, говорят, а кап нравится. Я говорю, ну нормально. Короче, это продюсеры хардкора выбрали вот так вот. То есть, получается, они там сами придумывают все это название, да? Ну, когда приходили бойцы, рассказывали о себе, и они давали им прозвище, так сказать, погремухи бойцовские. И единственное, что я попросил, чтобы это не было связано с какими-то, ну, идеологиями такими, чтобы мне потом не прилетело никакие вопросы непонятные. Ну, вообще прилетали? Вопросы непонятные. И дохуя вообще, постоянно, регулярно. Многие все время спрашивают, там, а вот как, за татуировку, и уж тем более за такую, там, как на груди, там, всякие параллели, я думаю, со всеми известными всякими батальонами там проводятся. Как правильно объяснять за это, за все? За образ жизни меня никто не прикалывал. За образ моих мыслей, за образ моей жизни, кто мне может приколоть? Я по жизни двигаюсь правильно, достойно. Если косяки за мной какие-то есть, ну, пусть попробуют их найти и озвучить, если они есть. За мои татуировки, связанные с батальоном, я понял, о чем ты прекрасно, то это у этого батальона, она немножко по-другая. Она «Идея нации» называется. Та татуировка, на которой набита у меня, это волчий крюк, это защита от волков в образе овец, короче. Это руническая символика, она мне близка по духу. В каждой татуировке заложен свой смысл. Определенный, сакральный, так скажем, эзотерический, если можно так обозвать его. Тут вот опять, блядь, все в одно. То, что набит волчий крюк, но в то же время он поддерживает мусульманство. И вход в квартиру... Ну, в чем люди удивляются? Квартира, ну, подозвучится, что же там... А, да, мы... Слава Аллаху написано, а то, что на входе в квартиру, то, что, да? У меня во входе... Почему тогда во внимание не взяты другие надписи, что там написано, Господи помилуй, что там свастика написана, что там Гагираев татарская. Мое мировоззрение с недавних пор, ну, я расширил свое сознание, я перестал мыслить вот так вот, стал мыслить намного шире. И во многих людях, о которых вы сейчас говорите, там, да, это кавказцы, там, мусульмане, я в них увидел людские качества и людские проявления. Мир делится для меня сейчас на людей и бледей, а не на какой-то цвет кожи и нации, короче, и идеологии, и политической партии. Те, кто на это делят, они только рады, что мы разделяемся. Те, кто там наверху сидит, да, это далеко не наш президент страны, это далеко не Обама, не Трамп, там вот эта вся, короче, канитель. Те люди, которые нас разделяют, они только этому рады, что мы здесь ходим, плечами друг друга задеваем, с ножами там друг на друга прыгаем. Это выгодно. В тот момент, когда мы хуярим друг друга на улице, они делят наши бабки, блядь. Ну, давай на более позитивный лад. Чем ты занимался в детстве? Чем я занимался? Вот сразу глаза подобрели. Ну, я сейчас, если скажу, молодежь может этот пример, знаешь... Пример поставить. Пример поставить. Вот эти молодые умы расшатанные, которыми им лишь бы что-то так... Дурной пример, он заразителен, поэтому тут надо очень аккуратно быть. Если я сейчас буду рассказывать, что я в детстве занимался, многие молодые сейчас посмотрят и подумают, а хули мне сейчас это не делать? Я вырасту потом, я, наверное, тоже таким стану. Надо этот путь пройти. Тот путь, который прошел я, не каждому он по силе будет. Не каждого здоровья настолько хватит. Да, чуваки, думайте своей головой лучше, живите своей жизнью, занимайтесь только хорошими делами и учитесь на чужих ошибках. Школу проебывал, чем я занимался в детстве. Телефоны мобильные отнимал, блядь. Планируешь ли ты сделать прогноз на бой и следовать ему, победу в определенном раунде, каким ударом и так далее? Прогноз на бой, ну тут все от Всевышнего, тут любой исход вообще возможен. Как бы в любом случае я настраиваюсь на победу, план на бой есть. Ну, тут все от Всевышнего, тут невозможно угадать. Ты получил большую популярность. Как вообще тебя она изменила? Потому что уже немножко пыл должен сойти. Какие первые выводы ты можешь, в принципе, сделать? Может быть, развеять какие-то мифы, что о тебе думают? Первое, что хочется сказать всем, кто не верил в меня и сомневался, я газую дальше, короче, успевайте догонять, если догоните, это первое. А второе, что изменилось, ну... Мне приятно, что вокруг меня сейчас много позитивных людей, у которых я могу перенять какой-то опыт, какие-то знания, что меня сейчас
окружают не только пацаны, с кем я могу кусочек пополам разломить в подъезде, а с кем я могу разделить какие-то внутренние недопонимания, какие-то проблемы. Короче, я расту. Я подпитываюсь позитивной энергетикой, информацией. Я голодный сейчас на это. По поводу меркантильных людей, как бы они и раньше меня окружали, тянули вниз, и сейчас они окружают. Когда ты ползешь на вершину, всегда будут те, кто хотят уцепиться за этот локомотив. Тут важно отсеивать мусорный контент грамотно. Слава Богу, что нашелся такой человек, как Саныч, который мне помогает этот мусорный контент отсеивать. Я могу с ним поделиться какими-то душевными переживаниями, с кем далеко не могу рассказать. Если я какие-то ему душевные вещи рассказываю, он не воспринимает это как за мою слабость, он воспринимает это только за мои сильные стороны, что я хочу разобраться в каких-то моментах своих, газовать дальше вперед. Категорически приветствую всех. Ко мне прислушиваются, потому что у него, допустим, есть какие-то проблемы жизненные, там, привычки, да, пагубные, которые когда-то были у меня, там, по молодости и вообще. Естественно, я знаю, как с ним справляться и бороться. На эту тему с ним не раз общались, я ему, как он сказал, много информации, душный какой-то, но какая бы она ни была. Нафталиновый, да. Мы называем это. Я родился и вырос на Кирпичке, на районе, на севере Москвы, и он там же, скажем так, родился и вырос. Ну, соответственно, на этой почве наш общий язык, это малая родина. Так он уважает тебя, получается, раз прислушался. Я бы вот, например, мамкиного одноклассника нахуй послал. Бывают разные одноклассники. Ну, одноклассники разные, потому что я живу другой жизнью. В Самаре, конечно, 43 года таких одноклассников нет. У нас вот недавно чел гораздо моложе, чем 43 года, из движухи скончался, там, бля, хотя был просто пиздец какой машины, но так вот приключилось, что оступился в жизни, и все полетело. А мне кажется, ты на встрече выпускников там вообще пиздец у тебя был. Там по-любому полкласса. А мы как-то с моей половиной на рынке встретили моего одноклассника, я с ним поздоровался. Он спрашивает, что это такое? Какой-то, ну, реально, дед. За 50 с чем-то, блядь. Я говорю, мой одноклассник. Она говорит, да ладно. Ну, бывают такие ситуации. Ебать, я своих одноклассников иногда вижу там вообще. Ну, это помладше. Я вот где-то тоже говорил, помнишь, что я встретил одноклассницу, она бабка уже. Я по сей день нахожусь в зале, уже не в одном, а в двух, а то и в трех. Прогрессирую в тренировку, в спорте, набираю уровень определенный. Соответственно, пользуясь случаем, хотел бы сказать, кто хочет тренироваться силовыми тренировками. Эй, пацан, хочешь тренироваться? Подойди, приходите. Хочешь тренироваться, приходи к нам, брат. Да. Нет, у Андрюхи тренируйтесь, да. Пожалуйста. Приходите в Industrial, да, здесь очень крутой коллектив, хорошая атмосфера, здесь и тренера хорошие, и состав участников хороший. Вообще, я провожу тренировки в СССР в Долгопрудном. Приходите, будет стали жесть, будем ваши тела крепче стали. Да. Долгопрудный, путь сюда нетрудный. Я думаю, просто можешь вместе. А ты борешься? Нет. А ты хотел меня заборочить? Давай, Иван, нет, тогда. Нет, да? Я хотел, чтобы ты с Акабом поборолся. Слушай, он хочет побороться. Да? Да куда я бороться-то? Мне если бы поеблу никто не дал бы. Я пришел так сбоку посмотреть, сбоку припеку. Мы, короче, все приехали вовремя, кроме Ивана. Он гасился до последнего, походу, думал, сейчас тренировка, может, начнется. Проебусь, а не проебешься. Страшно было, страшно. Какие проблемы, брат? Да. Сбоку, дай? Не, если вы хотите, ну... Сука, если у меня колено оторвется, блядь, с татуировкой. Ебать, это, смотри, что. Мы ехали только и, короче, об этом говорили. А будешь ли? Что делать-то, скажите мне? Тогда надо размяться. Да тут вообще все не по плану пошло. Собаки. А ты что переоделся? Будешь без шорт теперь бороться? Ты думаешь, я опухался? Сейчас тебя начинаю. Бля. Я просто пришел сюда поспринговать, пацаны. Андрюха, ты сколько весишь? Что, бороться? Да, боремся. Я вот с ним буду бороться. Он меня на слабо, да, проверил? А он меня прям выбесил сейчас вот этот Ванечка, ебать. Ванечка-то выбесил меня. Чё, где он? Я! Веревка старая! Бля, колено только не лоб! Смотри, сейчас все будет. Я...
Я ему не сдамся, блядь. Я ему не сдамся. Да он курит, я его сейчас выдушу. Отдыхаю. Отдыхаем, блядь. О! Вот такие вот мы борцы. Мы толстые жги, бля, он так издевается, да? Ну конечно, блядь. А ты только сделал? Ну слабо меня, блядь, суки, проверить хотите. Хотел сказать, старый конь борозды не испортил, потом вспомнил, что он не конь. Да запрыгивай на третьем. По ММА бой будет. Какой бой? Братух, у меня концерт будет, я же музыкант. Если он сейчас меня сильно поломает, то не выкладывай, брат. Это бесплатный билет на концерт. Ты молодец. Ты молодец. Пацаны. Ну коленку то, что ты меня разъебал, это, конечно, тебе не в плюс. Шорты я забираю. Серег, давай ты. Не, давай. Вы, блядь, хотите, чтобы... Вы че меня, блядь, не парили? Не, надо, чтобы все. Все. Я так. Сколько ты есть? 85. Эй, я пора сочетка. Он очень мощный. Конечно, не спать. Человек спортсмен устал. Я, блядь, у них по-профессионально не знаю, как. Тут это колхозно, наверное. Красиво было. Красиво. Я себе выкрутасы. Серега, брат. Ванечка, я тут. Ладно. Ну, они тебя тянут. Братух, я могу тебе эти дать. Будешь одевать? Я уже в ваших пунктах посижу. Как-то боролся, но плохо. Лучше пропиши сам. Да такого я еще не видел. О, аквариус, на второй этаж. О. Штаны себе порвал. А вот сверху нужно поставить. Уже боль, проще всего жал поборол, все равно там что-то везде хвалит. Мастер.
О, Денчик. Можно было потерпеть на похоре. Да, короче, сильный тип. Ну, я говорю, просто совсем поборолся, еще все равно. Вот захват, который плотный. Сначала тело мое зафиксировать. Я туда-сюда пойду. Тренировался плотно, до хардкора там, да, это все держит. Да, меня хардкор позвали, 75 килограмм весил. Занимался по чуть-чуть, например, там полгода ЗОЖ, там полгода веселья. Полгода пиздец какого веселья. И так периодически, то... Гибкий ЗОЖ, короче. Перестрелка с шайтаном в башке, короче. То я его, то он меня, блядь. Сейчас у тебя чисто спорт, короче, да? Сейчас, да, уже. Завтра будет 3 недели в отрезвости полной. На рекорд вышел за последние 2 года. Ну что, прилив сил чувствуете? Я за один день успеваю дел сделать, как и за неделю вообще. Думаю, блядь, пиздец продуктивный. Когда веселишься? Да такой, на весь мир обиженный, загруженный. Мысли другие, ничего не хочется. В голове только поесть, подрочить там и поспать. Все вообще, все мысли. Даже на улицу не хочется выходить. Вместе с трезвостью сейчас уже какие-то подарки от Всевышнего приходят. Там с девочкой какой-то интересный познакомился, там... Какая-то компания, куда-то так все, что-то все закручивается. Пацаны говорят, что сейчас, ну я на группу ходить начал, анонимных, короче. И там вот говорят, что сейчас период, будет такой период, когда тяга жесткая может наступить. Надо перебороть, да, в этот момент? Его, это ты, у тебя его выговорить надо. Шаги, но я еще не начал их писать, короче, сейчас. 11, да, там? 12. Есть срыв, это тоже часть выздоровления, вот так вот говорят. Все говорят, первые 3 месяца это сложные, потом уже нормально будет, химия крови настроится, мысли в ясность. У тебя кровь очистится, считай, получается. Ну, я слышал, 30 дней человек вообще привыкает ко всему. То за 30 дней, то есть, если там, употребляешь... 21-3 недели, по-моему. Ну, да, вот что-то такое, ну, 30, там, я вот так рублю. Типа, за 30 дней точно можно ко всему привыкнуть. Короче, раньше, когда завязывал, ничем не занимался, так же вот дома. Так же торчал, только переставал торчать и сидел дома, хуйней страдал. Было пиздец тяжко. Сейчас я... мне только может присниться наркотик. Или мысли появятся где-то думать, я сразу звоню, короче. Ну и выговариваю это, да, и мне, ну, типа... Какой нахуй, чё? Какой-то брат должен быть, да? Которому можешь звонить. Спонсор по выздоровлению, короче, да. Тебе надо было топить, когда тебе хардкор сказал, тебе сколько они тебе бабок обещали, тебе надо было, ну, никак проходить. По 100 тысяч в месяц. А то есть тебе надо было проходить нормальный движение. Я не начал ее. Вот скажи, сколько людей из знакомых, из-под тишка тебе, так скажем, хейта накидывают как-то? Потому что я по-любому знаю, что это есть. Да, потому что, ну, даже нам там, блядь, порой люди, от кого не ожидаешь, там какое-нибудь говно накидывают. Ну, были моменты, когда до меня так слухи доходили, что там из фанатского движения. Я общался и с фанатами, и со скинхедами общался. И где-то слухи на каких-то общих собраниях, мероприятиях ходят, но когда я в лицо встречаюсь, у меня только спрашивают, как дела там, что как. То есть только позитивные вещи. Я даже знаю конкретные лица, те, кто за моей спиной пиздел, и когда мы встречаемся в спортзале, просто ко мне даже никаких вопросов ни у кого не возникает. А по поводу переобувания, я всем пацанам, которые в Stone Island ходят и интересуются за татуировки, как за них пояснить, блядь, какую одежду набить, какую музыку послушать и на какой концерт сходить. За что вы переживаете? Я переживаю за свой народ, за свою нацию, за всех славянских людей. То, что наш народ сейчас в полной пизде находится. Одна из них турбраузер называется, другая алкоголь. По поводу переобувания и кавказцев, да, я в людях начал видеть только положительные качества и хорошие. Допустим, возьмем Вайнахов. Это пример всем, как они держатся за свою нацию, за свой народ. А самые, в частности, женщин, да, вот многие говорят, кавказцы сюда приезжают и выебываются. Начнем с того, что они приезжают в монастырь без устава. Как мы себя здесь ведем? Допустим, футбольное движение взять. Говорят, черные приезжают здесь и выебываются у нас. Ну вот все, кто фанат, вспомните хоть один выезд, нахуй, как мы там все разъебывали, разламывали и вообще ни с кем не считались. Просто кто на нас посмотрит, сразу нахуй ломали, несмотря на цвет кожи. А вот эти моменты никто в пример не берет. То есть только пальцем тычут в кого-то, короче. Приедьте в Чечню, да, вот это тоже
субъект Российской Федерации, но ни для кого не секрет, что у них там свои законы, и они их придерживаются, и они это доказывают на деле. Оденьте шорты, приедьте в Чечне. Ну, там в Чечне, ну, приедешь ты в шортах, тебе замечания сделают, ты их снимешь сразу, и слова не скажешь. И тебе достойно объяснят, брат, у нас такие порядки, мы испокон веков так живем, у нас неприемлемо это в доме. А когда они к нам приезжают, мы сами идем там с бутылкой пива, вставил какую-то пиздатую музыку и такой, ва, бля, понаехали, бля, сука. И они смотрят на нас, а что здесь так можно, ебать? Что здесь так можно, нахуй? И все, понеслась. Молодые были, с кем мы, может, не вместе двигались, а из дружеских коллективов, так скажем, мы говорили, увидите его на улице, въебите, а когда я где-то в клубах с кем-то пересекался, нахуй, не бей, не мэй, не кукареку, блядь. А за что въебить? То, что я с черными, Аллах Акбар, там, что я Аллах Акбар крикнул, это слава Всевышнему, значит, и на каком языке я хочу это говорить, на таком я и буду языке говорить. Среди людей нету национальности, среди людей есть поступки. Хардкор, когда туда пришел, там же большое количество бойцов, это тоже там Кавказ. Как тебя вообще восприняли? Тебя потому что подали с такой точки зрения скинхедства. Там, праворадикальный. Вот это, да, праворадикальный. Вообще, как тебе ребята отнеслись, ну, всех там? Допустим. Я когда пришел, я вот так же, как и вам, образ своих мыслей сказал, все меня прекрасно поняли. Я человека воспринимают по его поступкам и по тому, как он двигается по жизни, а не за то, какую он татуировку носит и в какой он одежде ходит. Если ты мужчина, то ты везде будешь мужчина. От многих я поддержку там увидел, как бы. Были те, кто на меня выебывали. У меня есть один ингуш, бродяга знакомый, короче, близкий мой. Мы с ним гуляли в Европейском. И ко мне, ну, подошли пацаны, так скажем, и начали, чё, Акап, один на один выйдем. И со мной ингуш был рядом, он его просто отодвинул на своем языке, ему объяснил доходчиво, что он не прав. Так не надо подходить, короче, вот эта наглость, дерзость. Ну, у нас стереотип сложился о том, что они вот, ну, такие все, да, а на себя мы не смотрим, среди них много достойных людей. Я смотрю на наши лица славянские, да, и все какие-то обиженные ходят. Обиженные на весь мир, обидели, приехали там. Ой, в нашем доме беспорядок наводят. Так ты наведи сначала у себя в душе порядок, да, вот еврейская пословица. Хочешь спасти мир, начни со своего дома, а то вот эти смотришь на эти ёбло унылые, обиженные. Или другая сторона, резко радикальная, агрессивная, схватить нож и пойти резать. А где-то, да, там взяться, следить за своими девушками, следить за своим здоровьем, там, дружить, общаться, становиться сильнее, развиваться, вот за здравую движуху. Но это вопрос воспитания, наверное, опять. Да, конечно, вопрос воспитания. У них воспитание намного глубже, намного чище, намного правильнее. Какое у нас воспитание у наших, вот, у наших, у русских, у славянских парней? Обидели тебя? Иди пожалуйся, расскажи, вот ты, Занька наша, на, держи пряничек, конфеточку, блядь. А у них с малых лет, ты Масяня, ты Вань, там, ты должен стоять. Конечно, он растет и это впитывает. И потом наш пряник идет, русский, обиженный, там, которого всю жизнь там по головке гладили, он всю жизнь там постукивал, настукивал, прибегал, рассказывал. И, конечно, когда он видит, человек с прямой спиной идет и с ровным взглядом, он, ебать, нахуй, просто пугается. Не из-за того, что к нему агрессия какая-то, он не понимает. Типа, идет уверенный человек, да, и он пугается этого, блядь. Уныние вечно у нас в народе присущно, вечное, блядь, уныние, нахуй. Хорошо, вот Серега, говорит, попросил, чтобы я доходчиво пряником объяснил, что я не перестал быть белым, я не перестал быть русским. Я передаю привет всем пряникам. Лучше задуматься о том, что у вас внутри, какой стержень вы в себе произрастаете. Хочешь спасти мир, начни сначала со своего дома. И это не значит, что нужно сейчас побрить всем голову, надеть берцы и пойти пиздошить дворников, блядь, всех подряд. Вопрос стоит не в национализме, а в фашизме, а в, ну, во внутренних качествах. Мы должны становиться сильнее, дружнее и развиваться. И не значит, что мы кого-то притеснять должны. Никто не должен приезжать в наш дом, как в монастырь без устава. Я вам объясняю, никогда не обращай внимания вот на этих хейтеров, блядь. Собака лает, пускай лает, блядь. Я тебе сам лично сколько раз говорил, не обращай внимания. Хотя сам на него попадаюсь. Пиздобов очень много. Никчемных. Да? Ну, за компом очень, кстати, комфортно и удобно. Да, по ту сторону экрана можно многое чего сказать.
А с братским сердцем я скажу, пацаны, что чтобы испортить нацию, нужно сломать девушек. Женщина – это лицо нации. А для всех красавиц, славянских девиц, я скажу, что сестры, удалите, пожалуйста, из Инстаграма свои сиськи и жопы. Соответствуйте образу достойной женщины, и тогда к вам потянутся достойные пацаны, которые будут готовы жизнь класть за вас. А не хуй класть на вас. На вас. Я когда с девушками на улице знакомлюсь, у меня вызывает желание только выебать их. У меня никакого уважения ко многим. Есть достойные девочки, порядочные, красавицы, которые не тусуются в клубах, которые сидят дома, учатся, занимаются в спортзалах, которые летом не показывают свои сиськи, жопы. Вот когда женщина раздевается и показывает там свои прелести, и кто-то на улице, эй, вот так подходит, ей по жопе хлопает, они сами этого, ну, добиваются. То есть вы всем видом даете спровоцировать. Ну-ка, пока смотри на меня, какая я, тронь меня. И когда вас трогают, вы потом возникаете, что нам не нравится. Я хотел бы, чтобы все русские девушки соответствовали, были достойные, порядочные. Тогда к вам, еще раз повторюсь, потянутся достойные пацаны и хотеть соответствовать вам. Женщина – это лицо нации. Чтобы испортить нацию, нужно испортить женщин. Как бы я негатива не несу никакого, я искренне всем сердцем желаю, что у нас, у нашей молодежи будет воспитание глубже и чище намного. Мы будем сначала смотреть на себя, а потом на других. Когда мы будем следить за собой, мы не будем следить на других, потому что мы будем пример для окружающих, и на нас будут люди смотреть и тянуться к нам. Вопрос самый главный забыли спросить насчет около футбольной движухи. Во дворе подтянули как-то. Спартаковский двор, наверное. Ну так и с Локо дрался там. Со всеми по чуть-чуть двигался. Мне похуй, в принципе, на эту политику. Спартак там или ЦСКА. Вообще до пизды. Как бы я болею за команду Спартак, но у меня нет такого. Если ты из ЦСКА, все, пиздец. Вот как раньше было, там разделяли все. И не общались, ничего. То есть, ну для меня это вообще дикая хуйня. Не общаться со своими братьями. Из того, что он болеет за каких-то 11 чуваков, половина из которых там сами знаете кто, блядь. То есть для меня околофутбол был просто это выйти, свои какие-то комплексы, психотравмы выместить, на кого-то на башке попрыгать, блядь. Как бы меня это в принципе не закалило, меня это только отмороженным сделало. Сейчас меня закаляет спортзал, грамотные наставники, тренера. Вот это во мне качество воспитывает, достойный. А околофутбол меня только отморозком делал. Так, ну, раз такая пьянка пошла, дополнительно разыгрываем мерч от Артура. Условия будут простые. Подписаться на аккаунты какие? Артур, основной, Артура. Вот он. Да, мерч аккаунт, вот он. Да, и на Hotwire. И вот. На наш канал, естественно. На канал, конечно, провинция. Ссылки в описании под видео оставим на аккаунты, чтобы вы там не это, в поисковиках не задрачивали, просто нажали и подписались. Да, 3 футболки рандомно. Охуеть, даже 3? Среди комментариев, правильно? Да. Чем больше комментариев, тем, конечно же, шансы увеличиваются. Я думаю, всем футболки лишним не будет, поэтому пошумим. Так как вообще планы творческие? Какие планы? Сейчас вот делаю EP-шку. Скоро будет еще новая песня. Тоже очень интересная совместная работа. И максимально неожиданно будет. Планируем много концертов сейчас на лето, на июнь там будет. Тур небольшой, тоже прикольный будет совместно с артистом. Пока, ну, не буду раскрывать все карты. Клип скоро будем снимать, так что держитесь рядом. Буду радовать вас, ребята. Слушай, ну а как получилось-то так, то, что немножечко в гору пошло? На самом деле, просто начал, ну, делать. Просто я проебывался до этого. А сейчас начал реально конкретно заниматься, начал бабки в это вливать. До этого я старался, думал, надо все без денег делать. А сейчас у меня кардинально поменял свою позицию. Всем начал платить, везде начал платить. Скажем так, людей держать бабками начал. Чтобы они никуда не соскочили, постоянно им закидываю, чтобы они все время рядом. Уделять внимание. Да, и зато все люди рядом. И как бы просто я на этой ошибке очень потерял много хороших людей. Из-за своей глупости, то, что, ну, не платил никому. А сейчас я понял, что когда платишь, и продукт, соответственно, совершенно другой появляется. Я даже сам слушаю, ну, допустим, прошлый мой материал и новость, совершенно кардинальная. Все зависит, короче, от бабок. На все это есть вот такое объяснение, что за все надо платить. Тогда все будет круто. Вот, кстати, больная тема насчет «за все надо платить». У парней там из рынка, из черной экономики сейчас возникают, скажем так, недопонимания среди некоторых слушателей. Опять же, не про всех говорю. Ой, да хуя концерт стоит и так далее. Как ты вообще к этому относишься? В принципе, когда люди там на протяжении 5 лет там, или 6 целыми днями там выкладывают сторис с композицией, отмечают свободу рынку,
и потом там как бы за 2 рублей на концерте там устраивается. Хотя, опять же, все билеты уже в Москве проданы за там 2 месяца. Да, я тоже слышал это. Слушай, я знаешь, как скажу, рынок, мне кажется, и экономика – это такие две культовые группы, тем более в Москве, они ну, реально культовые. Я думаю, пацаны заслужили получать уже эти там 3, даже пускай это будет 5 тысяч за концерт, но я думаю, они заслужили. Они и есть андеграунд, наверное. Пашка, да, рынок, ну типа это основоположники, наверное, этой всей движухи. Я считаю то, что сейчас уже надо как бы к Америке, скажем так, к Европе ближе, они уже давно за все платят, да, как бы у нас на контент люди не готовы еще платить. То ли из-за менталитета, то ли, ну непонятно из-за чего. Представьте, они на протяжении 10 лет это все создавали, создавали, я думаю, это 3000 точно стоит. Ну. Я думаю, если ну, типа... вам жалко 3000, значит вам это и не надо. Ну, типа, ну это вообще на самом да, деле... никто же никого туда не призывает. Я просто призываю всех не терять голову при этих всех обсуждениях и не клеймить людей заранее, заведомо. Потому что я знаю очень много примеров, когда реально люди переобувались грязным образом, скажем так. Потому что там, ну, сегодня ты там братан, завтра ты черт поганый, а послезавтра, когда ты опять... выгоден становишься, ты снова братан. Тут надо задуматься не о национальностях и брать пример действительно самых лучших людей. Если даже там, допустим, касаться национализма, если кто-то придерживается националистических взглядов, нужно, я думаю, в таких случаях нести здоровый национализм в свою страну. Если ты действительно хочешь добра своей стране, то действительно нужно брать лучшее и становиться лучше, а не хейтить. На ненависти не построишь ничего хорошего. Я считаю то, что слабость нашего народа сейчас, ну не всех, опять же, не клеймю всех, слабость людей, россиянина я бы даже сказал, в том, что мы не пытаемся понять нашего человека, мы пытаемся его задеть почему-то. Если что-то у него меняется к лучшему, мы начинаем к нему пристальнее присматриваться и искать говно, как можно больше говна, когда он оступится. Я постоянно ощущаю это уже на протяжении нескольких лет к себе. Я стараюсь в последнее время заострять внимание только на хороших людях, которые окружают меня. Мораль этого влога реально: собака лает, караван идет. Я думаю, что Артур хотел радикально донести то, что нужно становиться лучше, несмотря ни на что, и брать только лучшее. Вот и весь расклад.